В Муравленко впервые провели открытый детский музыкальный фестиваль «Дети играют в оркестр». На протяжении 3 дней участники были погружены в творческое общение на репетициях и мастер-классах. Финальным аккордом фестиваля стал гала-концерт. Пока наставники и преподаватели демонстрируют мастерство оркестрового исполнения, юные музыканты внимают каждому движению руки дирижера и вслушиваются в каждый аккорд. Музыкальный фестиваль «Дети играют в оркестр» для Муравленко – явление новое, но уникальное в своем роде. Одна из основных его идей – знакомство с историей русского народа и сохранение культурного наследия. Генеральная идея заключалась в том, что привить любовь детям к музицированию публичному. Не секрет, что дети в основном музицируют сольно в музыкальных школах, выучивают программы, выходят, немножко нервничают на сцене. Сказать честно, не всегда любят заниматься на этих скрипках, добрых балалайках. А здесь мы идем от совместного музицирования, коллективного, когда они получают удовольствие от того, что получается совместный, грандиозный какой-то масштабный продукт. Играя, они учатся, чтобы оркестр зазвучал как единое целое. Юные музыканты репетировали не один день и сыгрывались полгода. Мне 5 лет, и я играю на балалайке. Балалайка очень красиво звучит. А Расул Калантаров убежден, так как звучит балалайка, не звучит ни один музыкальный инструмент. Я год назад начал заниматься. Мне просто понравился инструмент балалайка. Это наш народный инструмент. Фестиваль объединил не только балалаишников и домристов. Звучать по-новому вместе учились юные гитаристы, баянисты и аккордеонисты. Конечно же, под руководством опытных преподавателей и наставников. В рамках мероприятия они дали мастер-классы ребятам, которые планируют связать свое будущее с музыкой. В фестивале приняли участие не только муравленковцы, воспитанники детской школы искусств и детской музыкальной школы, но и юные таланты из поселка Ханымей. Организаторы планируют масштабировать и развивать музыкальный фестиваль «Дети играют в оркестр». И мы хотим выйти на такой большой фестиваль. У нас он сейчас называется «Дети играют в оркестр». А потом все-таки мы хотим еще охватить и сольное вот это музицирование детское. Мы хотим еще делать фестиваль, может быть, через один. Ну, идей много, это просто сейчас все кусками как-то. Дети играют с оркестром. То есть они приходят, слава богу, здесь Муравленко с оркестром, они садятся и играют с ним соло. Это тоже очень интересно и окрыляет. Финальным аккордом фестиваля стал гала-концерт и выступление оркестра народных инструментов под руководством Александра Мамчура. Анастасия Попова, Андрей Нагибин, новости Муравленко.